Важен голос каждого. В 4-й школе имени Климука работу избирательной комиссии проверил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. До этого он успел побывать на нескольких участках. Мы сегодня увидели, что все те требования Роспотребнадзора, санитарных врачей, они выполняются в полном объеме. И люди, которые приходят сюда, действительно получают все необходимое по условиям голосования, чтобы это было безопасно. С начала открытия участков уже достаточно много проголосовало людей. Санитарную безопасность обеспечивают сотрудники УИКов. На входе проверяют температуру, выдают маски и перчатки. Мы обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты и обеспечиваем их население, которое приходит на голосование. Далее мы обязательно измеряем температуру на входе, и если у человека повышенная температура, просим его вернуться домой и записаться на голосование на дому. Мы обязательно придем, и человек проголосует. Также мы развели потоки людей. В школе номер 4 расположены три участковые избирательные комиссии. Сюда идут голосовать жители центральной части города. Это более 3000 человек. В самом здании обеспечены все меры санитарной безопасности, дежурят наблюдатели, ведь главное в этой избирательной кампании – это открытость и безопасность избирательного процесса. Любовь Чейкина пришла на участок с соседями. Увидела, что открылись избирательные. Я тут же говорю, надо отстреляться, отдать свой голос. Мы практически весь вечер на лавочках этот вопрос обсуждали. Проголосовали с чистой совестью, пойдем сейчас на улицу. Хотели раньше еще вот голосовать, когда вот пандемии этой не было. Вот, а теперь сегодня проголосовала. 25-го, прям в первый день пришла. Выборы я сделала уже давно, только ждала голосования. Несмотря на будний день, в помещениях всегда есть голосующие. Около 40 человек прикрепились к участку заранее, чтобы проголосовать по месту нахождения. В каждой комиссии дежурит по 1-2 общественных наблюдателя. Я здесь наблюдатель на участке. Мы находимся здесь по 4 часа, посменно. Наша задача смотреть, как проходит процесс голосования, чтобы не было нарушений. Все протекает в штатном режиме. Сами успели проголосовать? Конечно, с этого и начал. Впервые все участки для голосования работают на протяжении 7 дней. С 25 по 29 июня с 8 утра до 8 вечера. Перед общероссийским днем голосования 30 июня с 8 до 15 часов. В основной день, 1 июля, отдать свой голос можно будет, как в обычные дни голосования, с 8 до 20 часов. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.